Сегодня стало известно, что край выделил дополнительные средства на ремонт сочинских домов. Кроме того, появились современные тротуары, клумбы, уличное освещение. Все новшества, конечно, основная тема материалов сочинских СМИ. Главное, отметил Анатолий Пахомов, вовремя и точно информировать жителей о преобразованиях. Важен и результат работы городских структур, отметил мэр. Как пример, выпавший в Сочи смерч хоть и нанес немалый урон, но показал, город готов к ликвидации, пусть даже и таких непредсказуемых ЧП. Некоторые средства массовой информации закономерно говорят, вот там лужи. Конечно, были. А что, без луж не обойдемся. Это и не только луж, и подтопление. Ну, стихия идет, она есть стихия. Но главное, это как в этих условиях стихии работает команда. В Сочи сегодня идет масштабная модернизация. Спешат не только к Олимпийским играм, торопятся строители и в связи с грядущим днем города. Здесь важно, чтобы сами сочинцы понимали, неудобства временные, и без них, как во время любого ремонта, не обойтись. Зато после завершения работ, отметил Анатолий Пахомов, горожане получат красивый и благоустроенный курорт.